Доброй ночи, друзья. Специально записываю это видео ночью для того, чтобы те, кто попали на это видео, да, чтобы вам скорректировать денежные потоки, энергии, впустить в вашу жизнь такое очищение и убрать дисгармонию, да. Бог Ганеша, талисман денежная подкова, которую изготавливала я. Для заказа талисмана пишите мне в социальной сети, ссылочки в описании. Если вы попали на это видео, это знак того, что вам нужно обязательно сделать этот простой ритуал, но очень действенный, очень эффективный. Он сразу приведет вам деньги. И благодаря тому, что мы сейчас с вами открываем денежные энергии, усилит, да, ваше денежное пространство. Поэтому дарю вам этот ритуал ночью. Это очень важный момент. Настраивайтесь сейчас на свою ситуацию, которая вас тревожит в деньгах, что вы хотите разрешить, какую сумму получить, реальную сумму, друзья, которая вам поможет в данный момент жизни. Вот. И вам нужно сейчас сконцентрироваться. Да. Думаю, все успели. Я вам рассказываю про ритуал. Вам нужно взять любую абсолютно купюру, абсолютно любую. Вот. В четное число месяца, именно четный день, на растущую луну, да, вы должны начитать наговор 6 раз на эту купюру. Как много грязи в болоте, так много у меня денег. Слов моих никому не перебить, да будет так. Как много грязи в болоте, так много у меня денег. Слов моих никому не перебить, да будет так. Как много грязи в болоте, так много у меня денег. Слов моих никому не перебить, да будет так. Как много грязи в болоте, так много у меня денег. Слов моих никому не перебить, да будет так. Как много грязи в болоте, так у меня много денег. Слов моих никому не перебить, да будет так. Как много грязи в болоте, так много и у вас денег. Слов моих никому не перебить, да будет так. Друзья, зачитала специально для вас, вы читаете для себя 6 раз заговор в описании. Я для вас сейчас специально прочитала на открытие канала. После вы эту купюру кладете в дальний угол на 7 дней. Но дальний угол имеется в виду в какую-то тумбочку, шкафчик, ну, чтобы туда не попадали посторонние люди, да, никто их случайно не достал, не увидел, в общем, какой-то дальний уголок, чтобы никто не уволок, не зря так говорилось, да, всегда. Вот, и после 7 дней мы должны потратить эти деньги с удовольствием на все, что вы хотите, но главное, чтобы эта покупка была в удовольствие. Ритуал вам необходимо сделать 3 раза на разные купюры. То есть, например, сделали в одно четное число, дожидаемся 2-го, делаем дальше. Дожидаемся 3-го четного числа, делаем дальше. Так 3 раза сделали подряд, да? Все. И деньги должны лежать подальше от посторонних глаз. Это самое важное. Вот, потому что если их кто-то найдет, ритуал не сработает. И еще раз с удовольствием их тратим. Друзья, я вам желаю доброй ночи, хорошего дня. И пусть это видео станет для вас целительным, действительно, поможет в некоторых ваших ситуациях выйти на какой-то уровень. Обязательно после этого видео вы увидите знаки и подсказки от Вселенной. Обязательно смотрите в ближайшие 2 дня. Вот. Ганеша, Бог желает вам изобилия и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь.